На трассе под Магнитогорском сотрудники ГАИ остановили странное транспортное средство. По документам автомобиль был грузовым фургоном. Но умельцы переделали его под автобус и повезли школьников на всероссийские соревнования в Курган. Не доехали. Водителю пришлось оправдываться перед инспектором. Я вам объясняю, что на данном автобусе отсутствует тахограф, ГЛОНАСС. Он не соответствует требованиям по перевозке группы детей. А ведь эта конструкция могла развалиться на ходу. Она не проходила проверку в ГАИ. Также она не оборудована системой ГЛОНАСС, как того требует законодательство. Данное транспортное средство не оборудовано системой ГЛОНАСС и устройством для контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителем, тахографом. На шофера завели административное дело. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку. Школьников вернули обратно в Магнитогорск. Сейчас решается вопрос, как их доставить на соревнования.